На месте. Хорошо, мы приветствуем Екатерину. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, я даю команду сканеру. Сканер включает специальную программу для беременных. И на счет 3 сканер сканирует пространство над головой Екатерины, под ногами. Этот 7 тонких тел Екатерины находит все. Я не знаю, как это назвать. Это как радиоволны, которые пробивают ее, и они идут постоянно, не останавливаясь. Радиоволны. На нее идут, да? Да. Хорошо. Есть какой-нибудь приемник у нее? У нее нет, я вижу только волны. Приемник где-то выше. Я даю команду на счет 3. Формирую шар из этих радиоволн. 1, 2, 3. Притягиваю. Это устройство, которое транслирует транслятор. Сила моего намерения. Да, будет так. Притягивается в клетку, тюрьму. Все. Да, есть. Выстраиваю канал от этого транслятора этих волн к ответственному. 1, 2, 3. И притягиваю в клетку, тюрьму, где бы они ни находились. Да, будет так, а так и есть. Стоят в клетке. Гуманоид. Хорошо. Ну что, больше никаких каналов нет, Вера? Нет. Хорошо, откуда ты паразит? Сирес изначально. Понятно. Ты знаешь, ты сегодня получишь откат за то, что ты сделал, за то, что ты транслировал свои волны и прочувствуешь эту всю боль. После этого я сдам тебя в межгалактическую полицию, если ты доживешь. Итак, гуманоид, как долго ты находился в биополе Екатерины и почему? Он говорит, что это новое оружие. Серьезно? Сейчас испытаем его на тебе. Которое может пробить Меркабу и зайти энергетические поля человека. Получается, он в нем не находится, находятся вот эти волны, которые действуют на человека. Человек сам не понимает, что происходит, но у него в голове постоянно идет какое-то как давление. И как защищаться от этого оружия? Отвлекающее его. И как от этого защищаться? Он показывает на нас, говорит, что я вижу, что у вас есть плазменный поток, отторгающий эти волны. А еще это отменное оружие. Против таких, как ты. Он говорит, что этот поток можно в Меркаву добавить. Он не всем дан, этот поток. Поэтому нам надо решение для всех людей против этого оружия. Если вы пробиваете Меркаву, значит, должна быть какая-то другая альтернативная защита. Хорошо, будем сегодня выяснять. Меня интересует другой вопрос. Что ты сделал с ее левым глазом, что он красный? И постоянно идет какой-то процесс воспаления. Это то, как реагирует человеческий биоробот на волны. Реакция может быть разная. Ты допускаешь, что это дискомфортное состояние ты ей причинил? Если допускает. Да, если да, какое этому есть оправдание беременной женщины, ожидающей ребенка? Эти волны будут пробивать тонкие тела до тех пор, пока не образуется место, в которое он сможет поселиться. Делается это для того, чтобы не для всех. Для тех, у кого чистой энергии и у кого можно действительно получить какие-то для себя, получить для себя чистоту этих энергий. Понятно, новая технология. Хорошо, включая внутренний белосвет. Екатерине, 1, 2, 3. Наша 3, Екатерина выдавливает этим светом из всех своих 7 тонких тел все негативные и патогенные энергии, а также энергии воздействия гуманоида и его подключика. 1, 2, 3. Свет пошел, выдавливается шар. Даю команду сканеру. Сканер сканирует левый глаз и уничтожает все энергии, негативные энергии, находящиеся в этом органе. Моментально исправляет и корректирует повреждения. Гуманоид говорит, что ему не интересны нижние чакры, только верхние две. Именно эти тела и были пробиты. Третий глаз и коронная чакра, где поступает фиолетовая энергия и темно-синяя. Понятно. Человек ничего не видит и не получает основную энергию. Шар сформировался. Большой шар? Нет. Открывается портал галактическое ядро 1, 2, 3. Шар уходит на переработку. Что у нас с глазом? Сканер нашел причину, удалил? Он просканировал несколько раз и уничтожил народные. Инородные было энергии. Что-то, да? Инородные энергии. Отлично. Хорошо. Так, здесь там, мы закончим. Знаешь, как было вот эти волны, они как вибрировали внутри, вот он их уничтожил. Вибрировали и расшатывали. Все понятно, хорошо. Давай сейчас заправим
Екатерины энергии. Посмотри, сколько ей нужно энергии, какая частота вибрации. 320 и 25. И 25. На щитрию макушку головы Екатерины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей энергии, цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Даем заживляющую энергию. Идет в глаз. Регенерирует все. Исправляет. Заживляет. Поднимаем частоту вибрации до 25 Гц. Пошел подъем. Мне кажется, я знаю эту энергию, вибрацию. У меня был один раз такое, когда я почувствовал негативное воздействие. И потом дрон мой сказал мне, что это было, как бы они летели, ну, распыляли, стреляли этой энергией. В кого попадет, это оно вызывало низкие вибрации. Это было пару недель назад, наверное, усовершенствовали. Хорошо, она заправилась, Вера? Да. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, мы закончили. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя. Посмотри, пожалуйста, у нас здесь новые технологии гуманоида Сириуса. Транслятор вибрации пробивает Меркабу. Ничего здесь нового нет. Правильно построенная Меркаба. Правильно построенная Правильным Меркаба. Намерением защищает от любых воздействий. Отлично, потому что он начал мне здесь рассказывать про энергию плазмы. Я ему говорю, это не у всех она есть, поэтому здесь, скорее всего, другие есть причины. И вот часто мне их назвала. Я благодарю тебя. Что мы делаем с этим? Клиентам. Собираем рассказчика вместе с его устройством. Хорошо, благодарю тебя. Не забывайте, что у них есть такое оружие, как запугивание. Говоря это, вы начинаете думать и о том, что вы беззащитны. И это срабатывает больше, чем любое другое средство защиты. Он пробивает вас вашими же мыслями. Благодарю тебя, Ли, за эту информацию, очень важная информация. Благодарю тебя. Мы знаем, что это еще те лжецы. Забрали. Отлично. Все, у нас клетка чистая? Да. Хорошо, Екатерина, вы поняли причину. Меркабу нужно правильно устанавливать, не только бить ее. Это Меркаба состоит из двух частей. Верхняя и нижняя. Это треугольники вот эти стоят, вы стоите внутри, одна крутится в одну сторону, другая крутится в другую сторону. Вот так работает Меркаба. И вы должны устанавливать в этот момент, когда вы ее устанавливаете, не просто проговаривать, активируя Меркабу в моем биополе, а проговорить, от чего она вас защищает. От любых воздействий, любых интерферентов, от любых низковибрационных и так далее сущностей. И это все надо проговаривать. Как вы это все проговорите, представьте себе и визуализируйте. И с этого момента, как вы увидите, как она двигается, у вас она активирована. Просто поддерживайте потом это состояние, оно у вас будет постоянно активировано. А поддерживать состояние – это думать о ней. Вы поняли, Екатерина? Поняла, еще многому надо учиться. Надо не останавливаться. Для этого и это и называется процесс обучения. И будем возвращать сейчас вас назад, ваш биоробот. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Екатерины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Есть. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Я на месте.